Добрый вечер, с вами Юлия Латынина, код доступа 985-970-45-45. Как всегда в это время по субботам, сначала мелкое объявление, потому что у меня куча народа спрашивает, где меня можно будет услышать здесь, в Америке. Откровенно говоря, я, скорее всего, не поеду на западное побережье, просто у меня много чем здесь заняться, и для русской аудитории я буду выступать 18 мая в Нью-Йорке, 22 мая в Вашингтоне, и, кажется, 31 мая. Я сейчас немножко забыла, в Бостоне. Для англоязычной аудитории я буду выступать 23 апреля, то есть это следующий понедельник, в Georgetown University, в Motor Center for International Studies. Это будет дискуссия вместе с Дэниелом Трайсманом, профессором из UCLA. На все это надо регистрироваться, потом я буду выступать в Кеннеди, это я тоже скажу. Но я, естественно, перехожу от своих мелких историй, главной российской истории, к эпической борьбе ФСБ против Телеграма, в ходе которой, кажется, не осталось ни одного сайта, который не лег бедный. Вообще IP-адреса лежали штабелями налево и направо, как на поле битвы. Люди не могли платить в магазинах, опаздывали на самолеты, из-за лежащей регистрации срывались сроки подачи заявок на миллионы и контракты. Работал один телеграм. Вот такой пейзаж после битвы. А Роскомнадзор, конечно, напоминал Полифема, который крушит все вокруг, и кроме Одиссея, который, как вы помните, хитроумный, избежал этого крушения. Я еще раз повторяю, борьбы ФСБ, потому что не надо мне про Роскомнадзор, несчастное ведомство, да, вот этого комичного Жарова, у которого там пресс-секретарь сидит, да, у которого сидит там глава правого, кто там у них, да, глава правого отдела Борис Единин, пресс-секретарь Ампилонский и глава аппарата Александр Весельчаков. Обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Да, потому что рассказывать, что это Роскомнадзор сражается с Телеграмом, это как рассказывать, что Серебренникова посадил Мединский. Да, мы знаем, что Минкульт очень старался, что они были первыми учениками. Да, вот для истории замечательное письмо только что они написали о том, чтобы оставить Серебренникова под стражей. И это святое. Да, но мы понимаем, что не Мединский посадил Серебренникова. Из-за чего бы не сидит Кирилл, да, он там или соблазнил сына какого-то слишком близкого к генералу ФСБ, или что-нибудь там расстроил отца Тихона, и тот что-то наплел Путину. Но не Мединский. Мединского он не соблазнял, не польстился бы. Да, вот и Дуров – это никакой не Роскомпозор. И, конечно, это никакой не там-там. Вот тут объявился новый мессенджер от Mail.ru, который подсуетился, и который как раз в момент, когда стала начинаться блокировка Телеграма, стал говорить, смотрите, какой я хороший, да, меня, против меня не борются, меня, значит, слушают все, кто можно. Да, конечно, неприлично абсолютно такая пиар-компания на костях, как выяснилось, не убитых и не сожранных костях. Но понятно, что Mail.ru подсветился, дорогая ложка к обеду, но все-таки я не могу, вот не могу сказать, что вот эта вот традиционная российская история про то, что кто-то заказал по коммерческим соображениям, потому что, конечно, нет. Потому что что произошло, тоже примерно понятно, потому что сработали три фактора. Во-первых, в Телеграме переписываются чиновники, переписывается вся российская элита. Да, сам по себе Телеграм перешагнул уже 200-миллионный рубеж. И, да, то есть, как написал Дуров в одном из своих обращений, если бы это была нация, это была бы шестая по величине нация на Земле, 200 миллионов человек. В ней не так много русских, 7%. То есть этот сегмент не так важен с технической точки зрения, но он, конечно, абсолютно важен для Павла Дурова с точки зрения территории свободы. Потому что он сделал Телеграм именно после того, как у него отъели ВКонтакте. Да, и вот три фактора, да, что переписываются в Телеграме чиновники, а ФСБшники привыкли читать, что чиновники пишут, а тут вдруг оказалось, что это невозможно. Но это просто, значит, это посыпалось все представление ФСБ в своем могуществе, это просто накрылось медным тазом. Как вот, знаете, вот в воспоминаниях секретаря Сталина Баженова, который потом сбежал на Запад, была такая интересная деталь, что одна из первых вещей, на которых Сталин пришел к власти, что он как раз установил у себя в кабинете коммутатор, в котором слушал все разговоры этих Зиновьевых и Троцких. Да, вот для них всегда было, что разговоры Зиновьевых и Троцких они слушают. Да, и вот впервые с того момента, когда в кабинете у Сталина стоял коммутатор, значит, какой-то гад Павел Дуров сделал так, что слушать разговоры Зиновьевых, собственных и Троцких нельзя.
Да, а второе, то, что Telegram это не просто мессенджер, это и СМИ, потому что существуют Telegram-каналы, то есть существуют некие СМИ, которые абсолютно вообще никак не подконтрольны. Да, вот, я не знаю, радио «Эхо Москвы» в случае чего можно выключить, закрыть еще как-нибудь. Вот что сделать с Telegram-каналом, непонятно вообще. Ну и третье, это дело принципа, потому что ФСБшники же ему все время просили: слушай, ну ты же свой, ты же наш, ты же русский, ты же понимаешь, как в России оно все устроено. Вот с того времени, как Сталин все прослушивал, ну ты лапочка, ну ты сотрудничай, ну ты пришли, сделай ключи шифрования. А в чем принципиальная вещь Телеграма? Не только в том, что он ключи шифрования не отдает, но в том, что в секретных чатах он сам не имеет этих ключей. Да, это поступок. Это вот, да, то, что чекистам как серпом по яйцам. Мало того, я не знаю, я даже не уверена, что они в это верят, хотя там речь идет о математике. Я не уверена, что они способны верить о математике, даже когда они ее видят перед собой. Но, конечно, как? Мало того, что мы не знаем, он сам не знает, о чем они там сообщаются. Он, сволочь, верит в человеческую натуру и считает, что право на частную переписку – это неотъемлемое право человека, в то время как мы считаем, что право перлюстрировать любую переписку есть неотъемлемое право ФСБ. Да, и вот я хочу вам зачитать кусочки от манифеста Павла Дурова от 22 марта. Это как раз Telegram перешел 200-миллионный рубеж. В них говорится очень важная вещь, что именно вы, наши юзеры, это наш первый приоритет. И что Telegram не имеет акционеров. Более того, Telegram не имеет рекламы. Вспомните, что все эти 200 миллионов Телеграма, которые получились, они получились не потому, что вы где-то прочли большую рекламу о том, как хорошо пользоваться мессенджером там-там. Да, вы все переключились на Телеграм, те, которые им пользуетесь, потому что вам пришло сообщение от друга, который сказал, что это круто. Да? И я цитирую дальше. Телеграм верит в людей. Мы верим, что люди разумные существа, и что они, которые заслуживают того, чтобы им доверяли, что им доверяли свободу делиться своими мыслями, чтобы они имели свободу частной коммуникации, чтобы они имели свободу создавания инструментов для этой частной коммуникации. Это философия, которая определяет все, что мы делаем. И эта философия, как я уже сказала, абсолютно несовместима с российскими силовиками. И это для меня совершенно удивительно, потому что, ну да, вот был такой Павел Дуров, молодой человек, который сделал ВКонтакте вполне обычной российской приложение. Там впервые крупного общественного мнения он прозвучал, когда, помните, у него уже ВКонтакте отжимали, и в этот момент произошла там неприличная, довольно смешная история с питерским ментом, когда, как говорится, человек, похожий на Павла Дурова, прокатил этого гаишника у себя на капоте, который пытался его остановить, а потом выскочил из-за руля и убежал в офис ВКонтакте, который, собственно, вот тогда еще существовал в Петербурге. Дальше было как-то возбуждено уголовное дело, и Дуров тогда, на мой взгляд, очень смешно и по-мальчишески себя повел. А вместо того, чтобы честно признать, что да, он прокатил гаишника, ну какой русский человек не хочет прокатить гаишника на капоте? Да, и вот это такая мечта, наверное, затаённая у многих, сильно я предполагаю. Вместо того, чтобы честно признаться и сказать, что, ну, наверное, все-таки это было нехорошо, несмотря на затаённую мечту, он начал рассказывать, что это постанова. Вот, причём говорил какие-то глупости, как российский МИД. А при этом, значит, что это, чтобы отобрать у него бизнес. Понятно, что это были две несложные, не связанные истории, да, потому что бизнес у него в этот момент действительно отбирали. Но я очень хорошо знаю, что большое количество всяких российских чиновников в этот момент, а как раз симпатизировавших Дурову, пошли к Путину со словами, что, пожалуйста, да, вот, давайте не вписывать эту историю в историю про отжимание бизнеса у Дурова. Да? И так это уголовное дело кончилось и ничем. То есть Дуров представлял себя жертвой, в то время как, конечно, он жертвой не был, ну, хотя немножечко, да, что-то там покатал. И это была для меня неприличная история, мелкая история.
Да, и вот мы видим, как Дуров из этой истории вырос. Ну да, ну мальчик, ну вот бывает, покатал мента на капоте. А это, да, вот то, что ту фигуру, которую представляет себя спустя несколько лет Дуров сейчас, ну она совершенно несравнима. Вот с тем мелким мальчишеством, которое осталось далеко в прошлом и которое ничего не значит. Все мы ходили в детский сад, и в детском саде, я не знаю, там гусениц рвали. Да, потому что, что такое Дуров? Я бы сказала так, это река. Вот помните, у Салтыкова-Щедрина в «Истории одного города», вы будете смеяться, но там описано, в деталях причем описана история борьбы ФСБ с Телеграмом. И там, значит, есть такой Угрюм Бурчеев, да, который пытается запретить реку. Я даже, если можно, прочту просто выдержку. Он был не технолог, не инженер, но он был твердой души прохвост, это тоже своего рода сила, обладая которой можно покорить мир. Слово «прохвост» здесь, да, в старинном значении чиновник. Угрюм Бурчеев, оно же ФСБ, ничего не знал о процессе образования рек, ни о законах, по которым они текут вниз, но был убежден, что стоит только указать от сих мест и до сих, и на протяжении отмеренного пространства, наверное, возникнет материк, а затем по-прежнему и налево, и направо будет продолжать течь река. Ну, собственно, дальше там все глуповцы были созваны на работу, они были а им пришлось разрушить собственные дома, чтобы запрудить реку. Ну, просто вот, я говорю, Салтыков-Щедрин провидец. Да, легли все, 20 миллионов IP-адресов легли, включая Amazon и включая собственный сайт Роскомпозора, который, конечно, никто не досил, а просто они заодно сами его завалили. То есть собственные дома они разрушили, ну, значит, с рекой все было безуспешно. Наконец, цитирую, собрав последние усилия, истощив весь запас мусора, жители принялись за строительный материал и разом двинули в реку целую массу его. Река всю массу и вот хлынула на это новое препятствие и вдруг закрутилась на одном месте. Раздался треск, свист и какое-то громадное клокотание. Затем все смолкло, река на минуту остановилась и тихо-тихо начала разливаться по луговой стороне. К вечеру разлив был до того велик, что не видно было пределов его, а вода между тем все прибывала и прибывала. Вот абсолютно то же. Да, наш Угрюм Борщеев 17 апреля заблокировал 20 миллионов IP-адресов. 20 миллионов, Карл. А трафик Телеграма только вырос. Значит, на фоне новостей о начале блокировки 16 апреля количество просмотров выросло по сравнению с предыдущим понедельником. Количество скачиваемой версии мессенджера для Android выросло вдвое. И вот просто вот есть сервис tgstat.ru. В день блокировки Telegram 40 тысяч русскоязычных каналов, число просмотров в целом выросло на 30 миллионов. То есть на 17% больше, чем в среднем. Да? Понятно, почему оказалось, да, что это невозможно. Да, потому что для того, чтобы заблокировать Telegram, надо заблокировать IP-адреса всех серверов, которые сервис использует для связи с внешним миром. Да, эти сервера постоянно меняются. Да, он использует для этого 20 миллионов и больше IP-адресов, в том числе предоставляемые Амазоном и Гуглом. А при блокировке он переходит на новые сервера даже без пуш-уведомления. И, собственно, вот удивительно, что вот на фоне этой удивительной истории, когда Telegram одолеть не получилось, вот пока сейчас я пока говорю, прекрасно Telegram работает у людей всех, находящихся в России, я просто это вижу на своем приложении. Значит, и вот на фоне всего этого безобразия Роскомпозор нес какой-то адский ад. Они начали рассказывать, что блокировки других сервисов нет, что деградация Telegram, я не знаю, что такое деградация, это ведь какой-то новый термин, после блокировки составила 30%. И, в общем, как сказал Невзоров, вот все, что они сделали, а потрепанное и пробитое пулями знамя Телеграма по-прежнему развивается над фортом российского интернета. Ну и последняя новость о пропо Телеграм.
Значит, Фонтанка.ру и знаком сообщили, что государственные органы власти, предприятия и банки начали массово закупать частные сети VPN, которые используются для надежного подключения к Telegram. Это видно просто на сайте госзакупок, а это уже Росгвардия закупает, Пенсионный фонд, Росгидро, Россельхозбанк и даже МВД по Ростовской области. Ну вот феерическая история, которая на настоящий момент кончилась тем, что они просто тихо забыли об отключении Телеграма и больше ничего не отключают. И, видимо, это у нас будет та замечательная новость о победе над Телеграмом, которая просто не будет иметь будущего. То есть мне так кажется, что они просто тихо забудут об этом своем... Угрюм Бурча их просто тихо забудет об указе, река будет течь, как текла. Правда, соответствующий ущерб российской экономике уже был нанесен. 985, 970, 45. В общем, Давид победил Голиафа, и это прекрасно. Это одна из немногих побед, которыми свобода в России может похвастаться. 985, 970, 45, 45. Еще одна история. Это история заявления Порошенко о том, что он будет просить Константинопольского патриарха Варсонофия даровать независимость Киевскому патриархату, независимость от Московской православной церкви. Собственно, глубоко политическое заявление, потому что понятно, что Порошенко просто надо чем-то выделиться. Но, в конце концов, ему нечем особо именно похвастаться. Украина, в общем-то, после Майдана никак себя особенно хорошо не проявила. Ее народ сберег свою свободу, но ее элита явно не дотянула до уровня ее народа, что бывает редко, обычно бывает наоборот. Вот. И поскольку Порошенко надо чем-то заслужить себя на будущих выборах, то он делает подобное заявление, потому что больше ему ничем похвастаться нечем. Ну, а что касается технической возможности, то тут довольно сложно сказать, потому что, в конце концов, в Украине церковь отделена от государства, и Порошенко последний раз, когда я проверяла, он не был ни диаконом, ни священником, ни попом. Но это не просто история, которую следовало ожидать, вне зависимости от того, кто первым сказал «мяу». Вот если помните, я Новый год начала с жуткой истории о том, как в Запорожье священник оказался отпевать двухлетнего мальчика, на которого упал самоубийца, потому что мальчик был крещен в Киевской церкви, и он, священник, значит, по этой причине объяснил, что душа мальчика будет, конечно, в аду, и он не хочет тоже быть в аду, потому что если он его отпоет, то, соответственно, он нарушит все всяческие уставы. Это был далеко не единственный случай, потому что отказывались священники, подчиняющиеся Москве, отпевать бойцов АТО, несмотря на то, что они были крещены, да, там в правильной церкви. Там в Донецке очень церковь имела большое отношение, скажем так, и к раздаче оружия, судя по всему, и вообще к содержанию этих прекрасных людей, не говоря уже о том, что вот люди типа Гиркина, они просто впервые, вернее, до начала операции на Донбассе, они попали там на территорию Украины там, в составе какой-то православной миссии, которая возила по Украине мощи. Да? А заодно с ней ездил Гиркин и высматривал кто чего. Да, и вот, собственно, трудно сказать, какие шансы у этого обращения, потому что, с одной стороны, у Кирилла и Варфоломея большие нелады. Московская церковь постоянно достаточно небрежительно относится к Константинопольской и постоянно показывает, что вот типа вы тут под турками, а мы на самом деле самые главные. Но неважно, да, вот сейчас очень многие сказали, что это все по каким-то мелким политическим мотивам. Но извините, ребята, ваши прекрасные церкви, несмотря на то, что они якобы находятся на небе, они постоянно делятся по мелким политическим мотивам. Всегда. Вот я король Генрих VI, а я хочу жениться на Ан Болейн. А ты мне, Папа Римский, не даешь разрешения? Ну, пошел ты, Папа Римский, вот вертеться на одном месте. Теперь я буду глава англиканской церкви. А вы что хотели? Чтобы Украина оставалась в путинской церкви? Это же церковь не православная, она путинская. А
Помимо того, что, извините, у многих иерархов, и это секрет Полишинеля, на плечах подрясы звездочки, да, она просто тупо выполняет задачи, да, идеологического отдела ЦК. Собственно, она, в принципе, всегда так делала, церковь с того момента, когда она стала государственной или парагосударственной, она всегда выполняла задачи идеологического отдела ЦК еще в V веке, когда ЦК не было. Да? Но, тем не менее, вот тот факт, что, конечно, современная российская московская церковь, она очень сильно подчинена именно московскому государству и даже просто московскому тупо ФСБ, она, естественно, создает проблемы для нормального функционирования этой же самой церкви в других частях бывшей империи, которые уже больше не хотят подчиняться ФСБ. Конечно, сейчас это не средние века, это будет не такое большое событие, отделение украинской церкви, кроме как для самого патриархата московского, который сильно обеднеет. Но я думаю, что им там в патриархате компенсируют, как Дерипаски, за верную службу, там звездочек служащим попам прибавят, еще какие-нибудь концессии дадут. Но, тем не менее, факт остается фактом, что вот нынешняя российская политика и нынешняя политика московского патриархата, они вполне неизбежно, вне зависимости от желания или нежелания Порошенко и даже, вероятно, константинопольского Варсонофия, она рано или поздно, если она будет идти в этом направлении, кончится тем, чем кончится. 985-970-45-45. И, конечно, удивительная история продолжается на этой неделе с российским рассказом о войне в Сирии и с российским пиаром про отравление Скрипалей. И прежде чем я буду говорить об этом нынешнем российском пиаре, если можно, расскажу о пиар-истории 1921 года, когда в России разразился жуткий голод, вызванный продразверсткой. Причем напомню, что уже после того, как большевистские палачи вымели у крестьян все запасы, Ленин продолжал слать директивы с требованием все изъять для нужд революции, обижался страшно, что побростью обобранные, уже умершие с голода люди не могут еще чего-то дать. В общем, после того, как люди стали умирать не тысячами, а сотнями тысяч, пришлось повернуться к Западу, и в частности к так называемой ARA, American Relief Association, который возглавлял Гувер, будущий президент Америки, которые действительно буквально стали спасать Россию, которая в разгар голода уже в 1922 году у Гувер ежедневно кормил 11 миллионов человек на Волге. То есть очень возможно, что некоторые из людей, которые сейчас меня слышат, они потомки тех, которые только благодаря Гуверу были спасены от голода. Но, естественно, советская пропаганда не могла пережить что такую ситуацию, что кормят ее проклятые буржуи, в противовес Гуверу был создан комитет по помощи жертвам голода под руководством человека, которого звали Вильям Энценберг, имя которого я всячески пропагандирую, потому что я считаю, что очень незаслуженно известное имя Геббельса, как создателя геббельсовской пропаганды, хотя на самом деле создателем не геббельсовской, а менценберговской пропаганды был именно Вилли Менценберг. Это был такой суперпропагандист красного режима, немецкий коммунист, близкий знакомый Ленина, единственный человек, который не смог приехать с ним в пломбированном вагоне в Россию, потому что из Швейцарии, потому что он был формально немецким подданным, и он просто реально боялся, что его снимут в Германии за то, что он не служил в армии. Вилли Менценберг приехал поэтому немножко позже, позже уже Октябрьского переворота, и сразу получил должность верховного пропагандиста режима. Собственно, вот голод на Волге был его первый, зарубежного пропагандиста режима. Голод на Волге был первым местом, где он попробовал свои шансы. Перерыв на новости. Добрый вечер. Опять Юлия Латынина. Код доступа, как всегда в это время по субботам, 985-970-45-45. Я рассказывала о событиях 1921 года, о голоде на Волге, об американской помощи голодающим, прежде всего со стороны Гувера, и о
Вилли Мюнценберге, который руководил Советским комитетом помощи жертвам голода, и о том, что Вилли Мюнценберг был настоящим основателем машин, гигантских машин тоталитарной пропаганды, которые хорошо известны во всем 20 веке, и Геббельс был просто скромным его учеником. И, собственно, Мюнценберг был автором всех самых грандиозных мемов 20 века, в частности, это Мюнценберг на совершенно фуфловых процессах убедил народ в том, что это Гитлер сам поджег Рейхстаг. А вот первым местом, где специализировался Мюнценберг, был как раз голод 21 века. И когда был учрежден под руководством Мюнценберга комитет помощи голодающим, который на самом деле занимался подрывной деятельностью в странах Запада и покупкой в основном всякой сельскохозяйственной техники. И еще пропагандой против Гувера, объяснением того, что вот это проклятые капиталисты устроили голод в Советской России, чтобы поставить ее на колени. А денег как раз Мюнценберговский комитет собрал мало, около 100 тысяч долларов. Это было около 1/600 того, что потратил Гувер. Причем этот комитет Мюнценберга, который назывался «О помощи бедным», почему-то настаивал на том, чтобы его давали не зерном, а наличкой, потому что наличку он пускал на пиар, и содержание, кстати, очень шикарной администрации. А все остальные деньги пускались как раз на то, чтобы объяснить всему прогрессивному человечеству, что эти проклятые американцы виноваты в голоде. И, то есть реальная картина была такая. Большевики устроили голод, Гувер спас 11 миллионов жизней, без условий. Пиар-картина была такая, это кровавые капиталисты устроили голод в Советской России, и их спасает международное рабочее движение Вилли Мюнценберга. А к чему я это? К тому, что пиар-картина была очень успешной, и значительное количество людей на Западе в 30-х, 40-х, 50-х годах, особенно прогрессивно мыслящих леваков и полезных идиотов, они так и считали. Они вот свято верили в эту невообразимую, феерическую, не геббельсовскую, а мюнценберговскую ложь, что голод произошел от того, что проклятые капиталисты хотели поставить Россию на колени, но, слава богу, значит, международные усилия ее спасли. К чему я это? Собственно, вот к сегодняшней картине дня, потому что на этой и на прошлой неделе у наших пропагандистов была большая проблема, потому что, если вы помните, на прошлой неделе посол Пупупкин, ну, его звали Засыпкин, он был послом в Ливане, а не в Буркина-Фасо, как я однажды сказала, но это почти одно и то же. Да, он обещал, что если вот Трамп вдарит по Сирии, то, значит, обещал топить американские корабли. Ну, понятно, что, во-первых, не послу Пупупкину решать, будем мы топить американские корабли или нет. А во-вторых, как-то вот его обещание не оправдалось. Ударили американцы, что-то корабли плавают. И вот наши прекрасным образом вышли из положения. Потому что, обратите, кстати, внимание, что когда в апреле, 7 апреля погибло 200 россиян в районе Дейр-Аз-Зора, ни слова не было сказано. А тут вроде и россиян не гибло, и россиянам ничего не угрожало. Но просто 24 часа наше телевидение, 24 на 7, показывало наше телевидение бомбардировки Сирии. И надо было сказать, почему мы не ответили супостату? Почему не вбили американские корабли в морское дно по самые помидоры, как обещал на телевидении принадлежащим террористов вот этот вот самый посол Засыпкин? И генштаб осчастливил наш информацией, что, оказывается, сбили. А то как же? 71 из 103. По аэродрому Думир 12 ракет все сбиты, по аэродрому Блии 18 ракет все сбиты, по аэродрому Ишайрат 12 ракет все сбиты. Ну, на это уже замечательно написал Марк Солонин, на эту фантастическую пропаганду. А шильдики-то где? Ну, покажите нам шильдики от этих сбитых ракет. Потому что, ну, вот эти фантастические люди, которые, как вы помните, положили Путину на стол, вернее, не на стол, а в телефончик описание, как наша авиация работает по боевикам в Сирии, оказалось, после того, как она неосмотрительно показала режиссеру Оливеру Стоуну, что и авиация была не наша, а американская, и боевики были не в Сирии, а в Афганистане. Но вот эти люди продолжают в том же духе.
И я вижу, что в Генштабе РФ, возможно, внимательно слушали мои рассказы про опиумную войну, про то, как китайские генералы во время этой войны, которую они проиграли с треском, рапортовали, что они сотнями, тысячами убивают английских солдат, тупят сотнями английские корабли. И вообще какое-то уникальное было количество вранья на этой неделе. Значит, вот были феерические заявления госпожи Захаровой о том, что в Сирийской Думе были найдены значит, канистры с германским газом и дымовые шашки из Солсбери. Видимо, это были те самые дымовые шашки, содержание которых, по мнению нашего полпреда в ООН Небензи, было вколото беззащитной Виктории Скрипаль и ее отцу, когда они находились без сознания. Правда, господин Небензи не объяснил, почему они находились без сознания. Кроме того, надо сказать, заметить господину Небензи, что все-таки, вот мне интересно, у нас какие-то все время разные версии. Потому что у нас госпожа Виктория Скрипаль, которая такое впечатление не полностью, но частично контролируется органами, сначала сказала, что это вот будущая теща отравила. Я думаю, тут она проговорилась. Потому что вот этот вот странный молодой человек, который якобы был у Виктории Скрипаль, вернее, который, судя по всему, был у Виктории Скрипаль, который происходил из каких-то чекистов, и который не показывался родственникам, ну, действительно очень похоже, что это мог быть какой-то подсадной человек, который таким образом контролировал ее общение с отцом. Неприятно, но то есть факт. Вот тут она могла проговориться. Ну, значит, она выдвинула версию про тещу, потом она выдвинула версию про морепродукты, и потом Небензи выдвинул версию про то, что, значит, когда без сознания находились, вкололи в кровь. Но все-таки я вот хочу понять, какая именно из версий справедлива. Это вообще классический пример фейковых новостей, потому что когда вы имеете дело с нормальными новостями, они придерживаются обычно одной какой-то версии. Они эту версию уточняют. Вот, например, там версия отравления Виктории Скрипаль, да, она вся колебалась, да. Вот сначала говорили, а может, это было в машине, а может, это было в ресторане, а может быть, это ручку двери, сейчас выясняется, что это ручку двери, а может быть, это да, что-то прислали с какой-то гречкой. Да, то есть это все были разные версии, но эти разные версии все концентрировались вокруг одной стволовой. Да, это не было принципиально несовместимыми версиями. Да, вот когда вы имеете дело с нормальными новостями, они выглядят таким образом. А когда вы имеете дело с фейк ньюс, то у вас всегда существуют принципиально несовместимые версии. Во-первых, значит, они объелись морепродуктов не тех, а во-вторых, им вкололи в больнице, когда они лежали. То же самое, кстати говоря, и с сирийской химической атакой, потому что, конечно, все-таки, да, вот госпожа Захарова говорит, что там, оказывается, были контейнеры с химическим оружием, но из Германии. Значит, химическое оружие все-таки применялось. Да, а вот другие российские власти говорят, что химическое оружие все-таки не применялось. Кроме того, я бы хотела обратить ваше внимание, да, на одну очень простую вещь. Да, следите просто за событиями. Да, вот 6 апреля Думу контролировали исламские боевики, в основном из группировки Джейш аль-Ислам, которые никогда не собирались сдаваться, которые держали в заложниках и население, и своих собственных близких. Я говорила на прошлой передаче о видео, на котором просто показаны расставленные по городу клетки с живыми щитами против войск Асада, 100 клеток по 100 человек. Значит, в доме было огромное количество подвалов, которые очень сложно взять, особенно Асаду, у которого мало войск. Разрешаться с технически проблема как раз с помощью химической атаки, потому что тяжелый хлор сам заползает в эти подвалы и убивает всех, кто там находится. И вот получается, что 7 апреля эти боевики объявляют о фейковой химической атаке, а 8 апреля дом уберут. Да, вот возникает вопрос, так все-таки хлора не было или он был германский? Думаю, вообще никто не травил, ее травили сами боевики.
Если боевики отравили сами себя, никакого нападения правительственных сил не было, то как все-таки на следующий день после этой фейковой атаки войска Асада оказались в Думе? Вот как они умудрились таким образом занять эти многократно эшелонированные подвалы? Я уж тут не могу напомнить, уж если я говорю о фейках, о фантастической передаче по «России-24», которая показала мальчика Хасана, который рассказал, что, значит, к ним в дом вбежали в белые каски, отвезли их в больницу, где их принялись обливать водой, а потом дали печенье и отпустили. И теперь, значит, наши размахивают этим репортажем в качестве доказательства отсутствия химической атаки. Но я не сомневаюсь, что все так и было, как описывает мальчик Хасан, только хочу напомнить, что в случае химической атаки волонтеры действительно не оценивают, да, вот в отличие, вот если взорвался снаряд, то ясно, кто поражен, кто нет. А если химическая атака произошла, то, к сожалению, это не ясно. Поэтому действительно все окрестное население как можно скорее сбегают в больницу. И волонтеры действовали совершенно правильно. И мальчику Хасану действительно повезло, что он оказался вне зоны поражения. Ну, людям на соседней улице и, возможно, даже в соседнем доме повезло, скорее всего, гораздо меньше. Вот почему я начала с рассказа о Вилле Менценберге. Потому что по сравнению с Вилле Менценбергом вот ясно видно, что Захарова, чего вот и сравнение Вилле Менценберга с одной стороны и Захарова и Генштаба с другой, совершенно ясно видно, что не хватает нынешней российской пропаганды. И не хватает двух вещей. Во-первых, их не хватает обязательности. В отличие от 1937 года, когда все были обязаны верить, что вот если что да, вот существуют вредители, которые подсыпают зерно которые подсыпают колхозным курам яд, и все были обязаны верить в том, что вот троцкистско-бухаринские вредители, да, они вот действительно делали все то, о чем они объяснялись на процессе. Вот сейчас никакой обязательности нету. Я здесь сижу у вас на российской радиостанции «Эхо Москвы», и огромное количество людей говорит спокойно, прямо в эфире, в Фейсбуке, в телеграм-каналах то же самое, что и я. Да что, российская позиция, ну, уж, как говорится, не выдерживает воды. Ну, фейк это, полный, то, что говорит Россия. А во-вторых, конечно, не хватает нынешней российской пропаганды именно друзей за рубежом. Потому что Вилле Менценберг сумел сделать советскую пропаганду интернациональной. Там даже во время тех же самых троцкистско-бухаринских процессов люди типа Леонов и Фейхтвангера писали, да, что все это правда. А сейчас, никто на Западе там, ни за деньги, ни без денег, ни за влияние, ни по дружбе. Даже если, помните, еще после российско-грузинской войны была писала такая комиссия Тальявини, которая говорила, русские говорят, что войну начали грузины, грузины говорят, что войну начали русские, а где правда, мы не знаем. Нет уже и комиссии Тальявини. Все. Да, вот в отсутствии, с одной стороны, тотальных обязательств, а с другой стороны, в отсутствии хоть какой-то международной поддержки, эта позиция превращается в позицию даже не фриков и маргиналов. История повторяется дважды, как комедия и трагедия. В 1937 году мы имели трагедию с фейковыми идеологиями, а сейчас мы, конечно, имеем абсолютную комедию. Впрочем, мы имеем комедию, надо сказать, не только с стороны российской. Мы имеем ее с этой стороны океана, где тоже все не сладко, потому что вот вчера Демократическая партия Америки подала в суд на Москву, на Викиликс, и на президентскую кампанию Трампа на предмет того, что они сговорились во время выборной кампании и испортили, и, значит, тем самым испортили имидж Демократической партии. Ну, понятно, что такое этот иск.
Это способ поддержать полностью провалившийся тезис о сговоре Трампа и русских, поддержать его информационно до промежуточных выборов в ноябре 2018 года. Точка. Потому что все, что мы видели о сговоре русских и Трампа, мы все время видели новости в будущем времени. Нам все время говорили, что вот сейчас все это будет обнародовано. Сейчас будет подтверждено досье Стила. Сейчас Мюллер установит. Сейчас Коми расскажет. Да, вот мы видим, что комиссия Мюллера работает и роет землю, но она тактично, вместо того, чтобы рассказывать нам о сговоре Трампа с русскими уже переключилась, да, на каких-то секс-порнозвезд, которым Трамп, видимо, заплатил деньги за то, чтобы они молчали. Но порнозвезда Стормы Дэниелс – это точно не сговор с русскими. А, да, мы видим, что Коми опубликовал книгу, и в этой книге вместо того, чтобы рассказывать о том, каким достоверным является досье Кристофера Стила, несмотря на то, что книга эта чрезвычайно должна оправдать Коми, она рассказывает очень нелестную для него, помимо Коми, вещей. Да, в частности, в книге Коми заявляет, что он устроил брифинг Обаме по поводу досье, потому что оно находилось у CNN. То есть не потому, что оно было значимым и что-то значило, оно было фейковым, Коми об этом знал, а вот потому, что оно находилось у CNN, и это становилось фактором большой важности. А значит, вот проблема. Мы имеем те же самые утверждения CNN, из которых следует, что они сообщили о фейковом досье Стила именно потому, что Коми доложил о нем Обаме. Без этого они не могли бы сообщать. То есть вот то, что CNN говорила, что вот, значит, да, вот мы еще с прошлого лета слышали об этом досье, а что переменилось, говорила CNN в своем первом репортаже, это то, что американские агентства сейчас проверили того бывшего британского оперативника, который имеет свою сеть осведомителей через Европу, и поняли, что его источники являются достаточно достоверными, чтобы включить какую-то информацию из его презентации для президента и избранного президента несколько дней назад. Да, помимо того, что, значит, CNN говорила полное вранье, потому что до сих пор Стила, мягко говоря, никто не проверял, потому что это невозможно. Потому что Стила и не надо было проверять. Стил был источником ФБР очень долго. ФБР знала его как облупленного. Более того, с того момента, как это досье попало на стол ФБР, ФБР, как выясняется, знала, что оно было изготовлено по заказу Демократической партии. Более того, что оно было изготовлено по заказу фирмы, которая называется Fusion GPS. И более того, ФБР знала, что это фирма Fusion GPS – в частности, перед этим занималась тем, что она представляла юриста Весельницкую в поисках компромата на Браудера. То есть, если кто и мог быть, иметь какие-то косвенные связи с российскими спецслужбами, то это как раз непосредственно Fusion GPS, потому что, понятно, наших хлебом не корми, дай им обгадить Браудера, дай им поработать против закона Магнитского. Да, то есть, сейчас вопрос стоит не о том, фейковое это досье или нет, но фейковое, да, за все это время никто не мог выдвинуть ни малейшего его подтверждения, и помимо того, что оно даже для стандартного человека, вот который, когда ты его читаешь, если ты имеешь маломальский опыт оценки бумаг, да, там, как всякий журналист, я уж не говорю о там, человеке из спецслужбы, ты вынужден с первого взгляда оценивать, это имеет смысл копать или нет. Да, вот это вот с первого взгляда производит впечатление фейка, да, потому что понятно, что автор не знает, о чем он пишет. Да, потому что понятно, что автор, например, да, рассказывает о каких-то российских агентах на территории США, которые вскрывали серверы Демпартии, которым платили посредством какой-то сети российское посольство. Да, и это значит, что автор просто был настолько не в курсе событий, что он еще не знал, как были вскрыты серверы, и он еще не знал, что они вскрывались непосредственно из Москвы, никакой на территории США, или, по крайней мере, вскрывались хакерами FancyBee, CozyBee,
которые работали с 9 до 5 по московскому времени и прерывались на российские армейские праздники. Да, видно, например, что этот человек настолько плохо знал Россию, что он ничего не написал о как раз агентстве интернет-расследования и его вмешательстве в деятельность Фейсбука. А, да, это было секретом Полишинеля, это было описано в «Нью-Йорк Таймс» Адрианом Ченом задолго до составления этого досье, но автор был просто настолько ленив, что он даже этого не упомянул. А это вот просто вещи, которые бросаются сразу. А, да, там другие вещи проверяются в полпинка. Например, когда автор пишет, что, значит, такой-то советник Трампа летал в Чехию на встречу с своими российскими кураторами, а советник Трампа предоставляет документы, из которых следует, что он ни в какую Чехию не летал, то это тоже даже не следует, там, даже не требует ФБР для проверки. А, так вот, собственно, фишка заключается в том, что несмотря на то, что там, чем дальше в лес, тем толще партизаны, и чем больше времени проходит, тем более фантастически представляется вся эта история с досье. Действительно, здесь в Вашингтоне есть множество людей. Это истеблишмент, это левый истеблишмент, это то, что Трамп называет Вашингтонским болотом, для которых досье сделалось символом веры. А вот когда общаешься с людьми, это, кстати, довольно ясно, что есть люди, которые вот будут верить в досье, несмотря ни на что, потому что это служит символом принадлежности к определенной партии, да, потому что эти люди ненавидят Трампа. Что для меня, кстати, очень понятно, потому что я не считаю лично там, да, конечно, он не мой президент, поэтому я не буду его оценивать. Да, я не буду оценивать, хороший он или плохой президент. А вот я долго искала сформулировать, что мне не нравится в Трампе. Я вот недавно читала книгу Джеймса Кирчика о конце Европы, и там было это сформулировано очень точно. Джеймс Кирчик – это такой довольно влиятельный местный журналист. Он написал, что Америка совершила немыслимое. Америка избрала авторитарного популиста на самую влиятельную должность в истории, в современном мире. Да, вот это для меня расставило, этого мне вполне достаточно. Избрала авторитарного популиста. Да, Трамп действительно не просто является по своему типу характера авторитарным популистом, но это человек, который сочувствует такого же рода персонажам во всем мире, включая не только Путина, но и того же Си Цзиньпина, потому что после того, как Си Цзиньпин стал фактически императором Китая, да, Трамп, ну, написал совершенно немыслимый с точки зрения американца твит. Он написал твит о том, что вот хорошо бы мы так сделали тоже. Да, то есть там, ситуация, когда американский президент обсирает, простите господи, основу конституционной модели Америки, она там, если у меня были какие-то симпатии к Трампу, они после этого твита как бы исчезли. Но есть одна вещь, которая называется там «твое личное отношение к Трампу», а есть другая вещь, которая называется «фактическое положение дел». Потому что из того, что мы знаем на сейчас, именно потому что это так долго расследовалось, Трамп не участвовал во взломе русских серверов Демпартии. Более того, можно сказать, что Трамп в целом неплохо ведет себя по отношению к России с точки зрения американских ценностей. Потому что если мы вспомним Обаму, который в 2013 году, собственно, и развязал Путину руки, когда он сказал про красную черту в Сирии, применение химоружия, Асад пересек эту красную черту, и Обама вместо того, чтобы разбомбить ее за красную черту, принял посредничество Путина, который сказал, что Сирия отдаст химическое оружие. Последующие события, кстати, показали, что Путин даже не собирался выполнять свое обещание. То ведь с этого всего началось. Вообще мы даже видим, что довольно неплохо, что вот непредсказуемость Трампа дает ему дополнительный бонус. Мы видим, что Северная Корея просит встречи с
Трампом, что, в общем, Россия подспрятала когти и совершенно не рвется вступать в реальную военную конфронтацию с Америкой, что с Саудовской Аравии вообще к власти пришел реформатор, что американское посольство в Израиле перенесено в Иерусалим, и ничего не случилось. Хотя, конечно, как мне сказал один из лучших российских знатоков Дэн Фрид, бывший посол Даниэл Фрид, непредсказуемость есть хороший тактический плюс, но переменчивость есть стратегический минус. Да, тем не менее, меня, конечно, абсолютно пугает то, что люди, которым есть за что ругать Трампа за вполне серьезные политические просчеты, вместо этого делают фактором веры вот это досье. И более того, еще больше меня пугает другое, потому что когда досье существует только в прессе, когда досье существует только в умах людей, а это дело людей во что верить, и это дело людей во что писать. Но когда оказывается, что это досье использовалось силовыми структурами для, в частности, прослушек людей, близких к Трампу, то это как раз то самое нарушение силовиками из-за политических целей вмешательства их в политическую жизнь страны, которое и является началом необратимых изменений в политической жизни. Это то самое, что всегда вызывало всякий крик у всяких Ассанжей и Сноуденов. И вот то, что это может происходить в Америке и быть покрываемо значительной частью эстеблишмента, вот это меня беспокоит гораздо сильнее, чем все художества Трампа, потому что, как сказал Рональд Рейган, «The freedom is never more than one generation away from extinction». При всех достоинствах любой страны, а Америка сейчас является самой свободной и самой хорошо менеджируемой страной и экономикой в мире, свобода никогда не находится больше, чем в одном шаге от умирания. Хотя, конечно, нам бы эти американские проблемы. У кого жемчуг мелкий, а у кого суп не соленый. Всего лучше, до встречи через неделю. Делю. Делю.